Хорошее настроение было 1 января, и елочных украшений мы распили вдоволь не зря. Культурно провели время, устроили в комнате бал и бутылкой ударили в темя соседа, который мешал. Но теперь хозяин усталости выгоняет всех за порог. И вот я приду, спотыкаясь домой по сугробам одной из дорог. Вот сонные белые мухи, вот в сердце кружится хмель, вот в переходах еще торгуют старухи, а вот еще виден Кремль. И вдруг в дискотеке снежинок, и я замечаю ее такую необычайную, что мигом забыл все свое. Милая и желанная, та, к которой я шел 5 лет, такая вся долгожданная, каких даже в фильмах нет. А я стою в центре холода, закрытого для тепла, и мысль у меня теперь только одна: подойдет или нет. Подошла и перекрестилась насмешливо, явно не веря в богов, как река стремительно снежная, та, что вышла из берегов. И сама взяла меня под руку, скользкий лед, ну и пусть, что лед. И вот мы с ней отправляем себя в новогодний ночной полет. Не нужны ни бухло, ни рок-группы, когда ты летишь над землей, и звезды, как рыбы глупые, счастливы вместе с тобой. А она летит рядом, так, как и быть должно. И лишними кажутся все встречи и взгляды, когда все в мире разрешено. Так вот же тебе подарок, все своды небесных арок. И в этот момент меня будет мент на станции Питерский парк.